Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале Планерок. И сегодня мы будем делать распаковку планера с AliExpress А5 формата и фирмы Motr. Значит, заказывала я этот планер еще в конце августа, но пришел он мне только вчера. Вот так вот, с той стороны. Сейчас разберем. И посмотрим. К этому планеру еще должны идти кольца на 3 сантиметра. Да, кстати, вот они есть. Упакованы так себе. Кольца хорошо смыкаются. И работает тоже хорошо. Потом я их поменяю, потому что здесь в этом планере кольца идут 2 сантиметра. Так, упакован вот еще в такую упаковочку тоненькую и в коробочку. Коробка немножко примнулась. Да, и вот с этой стороны тоже чуть-чуть примнулась. Ну, это как бы, в принципе, не удивительно. Редко доходят посылки, чтобы ничего не помнулось. Так, и сейчас... Ох, как же оно... Вытащить? Да. Да, значит... Вот в таком пыльничке. Бархатистый пыльник. Пишет название фирмы Motr. И вот он, мой красавчик. Камера цвет передает хорошо. Он такого светло-бежевый или песочный цвет. Не знаю как. И что отлично, здесь есть две кнопочки. То есть, когда планер наполненный, мы можем просто переставить вот так. И он будет хорошо держать. Кнопки работают обе хорошо. Да. Карман довольно-таки большой. Сейчас попробуем. И глубокий. И он вот такой широкий. Здесь есть такое дополнительное, что... Я думаю, телефон сюда без проблем поместится. Молния работает тоже хорошо. Я просила листы в точку, мне таки прислали 2 блока листов в точку. Но я думаю, что здесь страниц где-то, ну, около 90, наверное, есть. Так, ну и проверим эти кольца, как работают. Да, тоже кольца работают отлично, хорошо смыкаются. Здесь такой глубокий карман на всю ширину. Здесь у нас, ух ты, карточка пластиковая фирмы. Ну, там, наверное, благодарственный такой, как послание. И здесь 1, 2, 3, 4 для 4 кармашка для карт и один такой прозрачный кармашек. 2 кармашка вот таких вот. С другой стороны. Петелька для ручки не прорезиненная, только просто кожа. Ну и, конечно, чем славятся эти планеры, потому что вот такой огромный карман прямо на всю длину вот этого планера. Формат А4, туда помещается, я думаю, даже, наверное, еще место останется для этого формата. И в новом году, в 2021, я планирую вести вот этот планер. Для него я прикупила Файлофакс вот такие развороты на год, месячные и еженедельные. Ну и эти листы в точку я тоже оставлю, потому что, ну, в принципе, мне нравятся листы в точку. Так что спасибо за просмотр. Если вам нравится видео такого плана, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход нового видео. Спасибо всем и пока-пока!